Всем добрый день. Я очень рад, что я сегодня с вами в этой студии. Сегодня день достаточно необычный, но, скажем так, для меня необычный. Сегодня у меня день рождения, и я рад, что я вместе с вами в студии телеканала «Николаев». Тем не менее, день рождения, но давайте будем работать, посмотрим, что у нас происходит на небе. Марс, как мы смотрели в прошлый раз, перешел в Рыбу и уже активно там действует. И в это время, буквально вчера, Солнце поменяло знак и перешло в знак Козерог. То есть мы прошли точку зимнего солнцестояния. Точка зимнего солнцестояния – это когда у нас была самая темная ночь и начинает увеличиваться количество дня. То есть сегодня день уже стал немножко светлее. Посмотрим, что это означает для всех знаков зодиака. Начинаем сегодня с весов, потому что Луна идет по последним градусам весов. Когда Луна в весах, то я всем, независимо от знака зодиака, рекомендую быть аккуратным с электрическими приборами, потому что это включается оппозиция к планете Уран. Особо внимательно к этому прислушиваются, пусть непосредственно весы. Эмоции у вас сегодня будут такие, знаете, особенно утро будет очень напряженным, но вот-вот Луна выйдет из оппозиции, и все у вас будет ровно. Скорпион. Вот-вот-вот, где-то уже к обеду Луна перейдет в ваш знак, и вроде бы все хорошо, но эмоции будут немножко иногда зашкаливать. Стрелец. Но вот пока Солнце шло по Стрельцу, и еще и в соединении с Сатурном, у вас был такой этап, когда вам нужно было очень строго, четко, вот плюс-минус, справа-влево нельзя было. Сейчас Солнце уже ушло, и можете немножко расслабиться. Но не очень сильно, потому что Марс в Рыбах расслабиться вам сильно не даст. Сейчас вам рекомендуется никаких резких движений, а каждый шаг попробуйте делать просчитано и обдумано. Хотя такой Марс будет иногда побуждать к резким движениям, будет первый импульс. Но лучше, если вы все-таки будете держать себя под контролем. Козерог. Вот Солнце сегодня, в мой день рождения, имеет два замечательных аспекта, 72 градуса и 108 градусов. Это очень творческие аспекты, то есть всем козерогам это... В ближайшие несколько дней вы будете немножко не козерогами. Козероги, они такие все сухие немножко, немножко такие правильные. А сейчас вы будете детьми, немножко творческими и какие-то, скажем так, менее практичными. Водолей. Водолею может прямо сегодня с утра настигнуть какая-то позитивная, радостная новость, которая вызовет всплеск позитивных эмоций. Но, собственно говоря, этим все и закончится. Потом Луна перейдет в Скорпион, и вы будете себя чувствовать два дня немножко такими подавленными. Мало того, может иногда вспыхивать агрессия, но вы уж как-то с этим справитесь. Рыбы. Вот долгое время, пока Сатурн само собой, но еще и Солнце двигалось по Стрельцу, у рыб было напряжение больше, чем положено, то есть вода в их аквариуме кипела. Сейчас Солнце перешло в Козерог, мало того, создает очень хороший аспект Марсу, который именно в рыбах находится, и рыбы сейчас как будто лобовое стекло прочистили и начали видеть четко горизонты, куда им надо, к чему они хотят, и начнут движение в нужном им направлении. Овен. Переход Солнца в Козерог рекомендует Овнам быть немножко сдержанными, немножко более осторожными, менее, скажем так, повременить с амбициями, повременить с тем, что называется словом эгомания. То есть немножко побыть скромными. Знак Телец. Солнце вошло в Козерог, как уже говорили несколько раз, и это очень хорошо для рожденных под знаком Телец. Вообще, Тельцы и Козероги, если брать людей, это один из лучших знаков по совмещению. И когда какие-то планеты находятся в Козероге, то для Тельца это дополнительные возможности. То есть вы сейчас будете, получите поддержку где-то, то есть кто-то вас будет оберегать, кто-то поможет решить ваши вопросы.
Мало того, вам уже и Марс перестал с вами конфликтовать. Единственно, сегодня, завтра и половина послезавтра, пока Луна будет в Скорпионе, ну, как-то попробуйте разобраться со своими эмоциями. Они у вас будут не в самом гармоничном варианте, это если мягко говоря. Близнецы. Для близнецов тоже это очень хорошее событие, то, что Солнце ушло из оппозиции, ну, то есть, переходя в Козерог, оно завершило оппозицию к знаку Стрелец. И дополнительного хорошо от этого не будет, но ушло лишнее напряжение, которое было до этого. А позиция Солнца, она иногда сковывает движение, сковывает свою реализацию. То есть сейчас вы будете уже себя реализовывать, но более свободно. Рак. Ну, обрадовать раков тем, что Солнце перешло в Козерог, ну, никак не могу, потому что это оппозиция к знаку Рак. И у вас опять настал некоторый период времени, когда вам будет немножко, не то чтобы сложно, а... Ну, то, что еще вчера было легко, сегодня будет даваться с большим напряжением. Лев. Ну, Солнце перешло в Козерог, это львам... Лучше бы оно, конечно, в Стрельце оставалось, но негатива никакого это львам не несет. Просто то, что перед этим было достаточно легко, сейчас будет с большим напряжением. Сегодня, завтра, послезавтра, пока Луна будет в Скорпионе, для львов это будет... как бы это мягко сказать, такое испытание для их нервной системы. Ничего страшного, вы это испытание пройдете, и уже где-то в понедельник Луна переходит в Стрелец, и вы получите вознаграждение за свое испытание, вы получите 3 дня позитивных эмоций. Дева. Ну вот, как я говорил, переход Солнца в Козерог благоприятно всем земным знакам, этому треугольнику: Козерог, Дева, Телец. Опять-таки, с учетом того, что там же Меркурий с Плутоном, у Дев будут дополнительно раскрываться какие-то возможности, дополнительно какие-то горизонты. Но оппозиция Марса рекомендует не спешить начинать действие. То есть прежде очень и очень тщательно все продумать, просчитать. Вот, собственно, такая картина нас ожидает перед Новым годом. Учитывая большое количество зеленых аспектов, подготовка к Новому году пройдет у всех самым лучшим образом. А впереди там святки начнутся. В общем, картина на небе благоприятствует переходу в праздничное настроение. Так что с наступающим всех Новым годом! Я надеюсь, мы еще встретимся до Нового года. Разберем, что ожидает всех знаков. Не просто на неделю, как мы смотрим постоянно, а сделаем такой общий обзор на следующий год в целом. До встречи!